За вами наблюдают. Правительство разработало секретную систему, машину, которая следит за вами ежедневно и ежечасно. Я знаю это, потому что я ее создал. Я проектировал машину для борьбы с терроризмом, но она видит все. Все преступления, связанные с обычными людьми. Людьми вроде вас. Преступления, которые правительство сочло незначительными. Они отказались действовать, а я нет. Но мне нужен был напарник. Кто-то, способный вмешаться. Нас разыскивают, поэтому мы работаем тайно. Вы никогда нас не найдете. Но будь вы жертва или преступник, если ваш номер следующий, мы найдем вас. Подозреваемый.